Добрый день, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте, парни. Те, кто много гуляет по улицам города, наверняка не раз встречали этих веселых и креативных ребят в команде СПФ, что в переводе «самый плохой фотограф» 2 месяца. Почему самый плохой фотограф, а не самый хороший? А самый хороший же есть, нету плохого. Вообще, как появилась идея, вот почему именно самый плохой фотограф? Изначально проект был Максима. Он просто ходил по городу, фотографировал людей. Заставлял их его врасплох, можно так сказать, ну и выкладывал. Собственно, разрешения я у них не спрашивал. В итоге люди заходили в соцсети, находили себя, но ребятам показалось этого мало. В итоге решили объединиться и заменить фото на видео. Так родился первый выпуск СПФ, затем второй. Всем привет, меня зовут Анкеев Максим. А меня Мурашкин. Ну, аплодисменты, аплодисменты! Центральная структура! Затем и третий. Ну что, ребят, поехали. Здравствуйте, вас как зовут? Добрый день, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Да. Костяк СПФ 4 человека. Артем Мурашкин, Максим Анкеев, Артем Калмыков, Дмитрий Сычев. Как правило, над сюжетами ребята долго не раздумывают. Выходят на улицы города, и вот она, масса образов. Самых интересных, смешных, серьезных, адекватных и нет. 90% адекватных, ну и есть те люди, которые не в адеквате, но мы отдельный выпуск это сделаем, они будут все засвечены у нас. Все помнят, именно Максим взял, что называется, удар на себя. Это он вызвал на бой с подушками беловчан. Тогда об этом выпуске написали многие новостные интернет-порталы. Ребята честно признаются, идею сюжета скопировали, хотели проверить, а как Белова встретит необычный проект. Когда мы первый раз ВКонтакте опубликовали не нашу видеозапись, а другую, там, где били подушками, в Белово было так сказано, то, что у нас это не прокатит. Походил, побил, живой, агрессии никакой не встретил. Ну, было достаточно интересно вот так. В своих выпусках ребята студии СПФ не только общаются с горожанами, устраивают блиц-опросы, разыгрывают прохожих, но и посещают масштабные в городе мероприятия. Например, этим летом они побывали на выставке породистых собак. Пару слов о победе. Посмотрели на самых красивых невест города Белова и снова импровизировали. Вот сегодня парад невест. Почему вы в черном, а не в белом? Осень этого года принесла еще одно событие в жизни СПФ. Телеканал «Пятница» Белова и команда «Самого плохого фотографа» стали работать вместе. Теперь ребят можно смотреть и по телевизору. Будут выходить выпуски SPF News. Это новостной блог, небольшой, 3 минуты будет идти. Он будет либо информативный, либо музыкальный. Видеосъемка, монтаж, спорт, а у Максима еще и танцы. Работоспособности ребятам не занимать. Все стараются успеть. Много мероприятий, где они обязательно должны побывать. Много событий. И, конечно, много планов на будущее, которые с такой командой обязательно сбудутся. I get a good feeling, yeah.